Я Джейн Вайнберг, и я на гастролях со Slipknot. Я впервые начал думать о том, чтобы играть музыку, когда в 10-летнем возрасте впервые увидел Slipknot. Я не знаю, как вообще описать это, но это заставило меня сказать себе: «Я хочу делать именно это». Я не знаю, каким образом, но я должен играть так же, методом проб и ошибок. Я пробовал играть на гитаре, но понял, что это не мое. Играл на басу, и то же самое. Барабаны стали моей страстью, я выбрал именно их. В общем, я на поезде ездил в Нью-Йорк и ходил на все эти шоу. Ты знаешь, мне было примерно 12 лет, да, 12-13 лет. Вот что заставило меня захотеть играть на барабанах. Я не сходил с этого пути, и вот через 10 лет после этого я сижу здесь перед вами. Я постоянно развиваюсь, вдохновляюсь. Я постоянно учусь у барабанщиков, которые меня окружают. В настоящее время мы находимся в туре Slam of God. И Крис Адлер был одним из моих героев детства. Так что мне очень приятно быть в туре с такими парнями. Моя настоящая мечта сбылась. Ну, я начал играть на барабанах, когда мне было 14 лет. И я никогда не играл ни на чем другом, кроме Zildjian. Zildjian всегда были для меня как семья. Мне очень комфортно с ними. Никакая другая компания не предлагала мне столько, сколько Zildjian. С ними я действительно чувствую себя как дома. Звук Zildjian для меня как родной. Все, что мне когда-либо было нужно, они делали с большим удовольствием. Эти тарелки подходят для любого стиля музыки. Рок, метал, панк-рок. Zildjian всегда шли в ногу со временем и реализовывали все мои, даже самые сумасшедшие идеи. Будучи барабанщиком, я могу с уверенностью сказать, что приехав в Zildjian, меня всегда там встретят как дома. У меня действительно обширный набор тарелок. Но на протяжении всего этого времени у меня всегда были крэши A-Custom. Они потрясающе слышны в общем миксе. Вы знаете, когда у вас в группе 9 человек, то нужны очень хорошие тарелки, чтобы пробить эту стену звука. Поэтому крэши A-Custom всегда были главным элементом моего звука. То же самое могу сказать о хай-хете Master Sound. Еще у меня есть эксклюзивные хай-хеты Райт, сделанные специально для меня. Ничего подобного никогда не слышал. Ощущения потрясающие, звук нереально крутой. Также я играю на разных тарелках эффектах, но в основном использую в игре тарелки A-Custom, конечно же. Мне всегда нравился такой подход. У меня есть основные тарелки и несколько дополнительных для всяких украшений. Особенно хорошо этот подход работает в группе Slipknot. В Slipknot я играю на огромной барабанной установке, и мне необходимо всегда иметь под рукой нужную тарелку.